В центре гражданской защиты очередное занятие для щелковских школьников. На этот раз сюда приехали учащиеся 6-го Л-класса из 17-й школы. Всегда в программе познавательной экскурсии и одновременно урока безопасности что-то новое. И в этот раз школьников проверили на сноровку и ловкость, качества, с которых начинается профессия спасателей. Мне было интересно посмотреть на как тушат пожары, потому что, в принципе-то, я интересовалась этим. И теперь я увидела вживую, как это происходит. Спасатели, на твой взгляд, это люди, которые умеют все? Мне кажется, да, потому что они обучены, они все умеют. Ну, допустим, пожары. Они ставят лестницы, лезут и тушат, спасают людей вначале, а потом уже тушат пожары. Самое главное, с чем уйдут подростки с этого урока, это, конечно, практические навыки и знания, которые могут пригодиться в жизни в самый неожиданный момент. Я думаю, дети теперь полностью осведомлены, как им нужно поступать и вести себя в той или иной ситуации, если они ее увидят, какие меры им нужно будет принять, куда обратиться, в какую службу. И думаю, теперь дети это запомнят на 100%, как себя вести в данных ситуациях. 17-я школа, особые отношения, уже 4-й год мы проводим эти мероприятия, занятия. Видите, как это, на хорошие традиции, они, им интересно, они учатся, они живут в современной среде и хотят быть готовым к любым неожиданностям и быть полезным нашей стране. Андрей Цеханович, Александр Ржевский, Щелковское телевидение.